Всім привіт! Ви на каналі Леонардо the American Boy. Куди ми їдемо? Ми їдемо на Харіна! Да, ми їдемо на Харіна. А куди? Ми покупати ёлочку їдемо, да? Да! А як ёлочка на англійському? Christmas tree. Скажи Christmas tree. На самом деле, это наша вторая попытка. Первый раз у нас не было настроения, времени. Сейчас надеемся... А, ёлочку не нашли правильно. А сейчас будет все классно. Stay tuned. Увидимся через пару секунд. Ручник снимаем. Полетели. Дорогие друзья, спустя один год мы делаем это видео снова. Кто мы такие? Если нас смотрят новые люди, меня зовут Илюша. Тебя как зовут? Лео. Лео, правильно. А тебя, дорогая Аня. Девушка? Анечка, чуть ли тебя в кадре нет? Ну, что-то тупо стоит. Это очень красивая девушка, ты просто должна быть в кадре. И немножко об нас. Даже не об нас, а о нас. Вот что, мы прожили в столице Калифорнии 17 лет, потеряли русское знание литературы. Короче, отстаем ты от жизни. Потеряла. Ну, при этом все, мы пытаемся Лео воспитывать в настоящей украинской мове и русской культуре. Или наоборот, неважно. Здесь все наши русскоговорящие люди, все славяне и все как один народ. Поэтому у нас нет такого разделения. Мы все одни добрые славяне. Да, Лео, с правой стороны парк, который мы гуляем каждый день с нашей целой бригадой. Передаем привет Борода Channel, Саше Гайда, Андронику, днепропетровцам Саше и все, кто заселились на нашу улицу за последний год. Год назад мы были одни из первых, которые жили на этой улице. Вау, смотрите, какой талант. This is talent. Do it again, dude. Good job, good job. Yeah! Я чуть не вообще не съехал дороги, извините. Полиция, не смотрите на это видео. Что еще рассказать? Что еще? Какие изменения у нас еще за годик? А, ну короче, у нас такое комьюнити образовалось, где нам так стало весело жить, всем хорошо. Так что, если, дорогие люди, у вас есть способ уехать, где вы сейчас живете, надо, вы же можете жить в Дубае, вы можете жить в Кривом Рогу, можете вы живете на Камчатке. Приезжайте к нам, в наше уютное, теплое село, Сакраменто. Вот такие пробища, пробки, трафик. Здесь называется traffic. Опс, да, вот из-за вот этого джипа все стоят. Джип, are you crazy or what? А вот за вот тем серым джипом мы пытаемся угнаться. Гляните. Прям как у нас. Что это за машинка, Лео? Какого цвета? Правильно, hi, Hummer, наш брат Hummer стоит. Hello, правда, это сестра темнокожая. Но все равно прикольно. Как у нас. Редкостная машина, но все-таки интересно. Hello, тетя! Что у нас впереди стоит? Впереди, что это? Желтое. Написано School Bus. Поехал. А вот классика. Мне всегда нравились эти кадиллаки старинные. Он еще не такой старинный, но я уверен, что он будет коллекционным. Зеленый загорелся, полетели! А, я забыл, это же английский канал для английского языка. Мы типа должны вас учить, дорогие детки и зрители, английскому. Но мы так почему-то не разговариваем на английском. Чтобы наш сын не забыл русскую родную мову. Вот. Но при этом мы чуть-чуть вставляем английский. Вот, допустим, автобус. Как автобус на английском? Лео, как автобус на английском? Это будет слово бас. О, какая это стоянка? Что это? Лео, что это за машины стоят? Это Mercedes. Какие? Mercedes. Mercedes, правильно. А вот мы приехали в наш магазин. Okay.
холодно, мама теплее делать, чем дочь. Это же, ну, что-то не то. Анечка, вот эти стоят $44. А эти 24. Смотри, вот такая малюська. $24. Лео, смотри, елочка для тебя чисто. Ело. Хочешь такой маленький little tree? Анечка, сфотай Лео, that's beautiful. Стой, держи. Петровчан. Одну для нас большую, а другую для девочек из Днепропетровска. Маленькая елочка 26-31. Первый раз в жизни мы купили аж две елки. Одну себе, новоприезжей семье, которая буквально здесь 3 недели. Работу дай 5. Подписывайтесь, друзья, на канал, чтобы смотреть больше подобных видео. А сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь.